победителем становится Вадим Ерко! Слово для приветствия предоставляется Владимиру Владимировичу Путину. Дорогие друзья, организаторы, спортсмены, думаю, что люди, далекие от боевых искусств, от единоборств, когда смотрят бои, подобные тем, которые мы видели сегодня, наверняка думают, ну зачем это им надо? Зачем эти здоровенные мужики так избивают друг друга? Да еще ездят друг к другу за тысячи километров. Но это вопрос из серии «Зачем люди лезут в горы? Зачем прыгают со скал, поднимаются в небо, опускаются на дно моря?» Люди делают это для того, чтобы победить прежде всего себя, действуя за гранью возможного. И вот таковы наши герои сегодня. Они действуют за гранью возможного. Они настоящие мужчины. Поздравляем победителей и желаем успеха всем спортсменам. Благодарим наших гостей за то, что они сегодня с нами демонстрируют свое искусство. И пожелаем им удачи и в спорте, и в жизни. Они этого заслуживают. Спасибо.